Штрафуют за неправильную парковку. В Саратове проходит профилактическая акция госавтоинспекции. Под прицел дорожных полицейских попали таксисты. Сотрудники ГИБДД вычисляют тех, кто паркуется с нарушениями. В основном это происходит в местах остановки общественного транспорта. Такси мешают безопасному передвижению пассажиров и за это получают штраф. Нарушения у них различные бывают. Это, как правило, дорожное движение, так и нарушение правил работы в режиме такси. Соответственно, здесь и штрафы будут разные. Минимальный штраф, конечно, будет накладываться это на водителя в размере 500 рублей за различные нарушения правил дорожного движения. Также будут выявляться факты выпуска на линию транспортных средств с нарушением правил дорожного движения.